Сегодня, 11 февраля, лыжник сборной России Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров классическим ходом с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Большунов уступил лишь 23,2 секунды представителю Финляндии Иво Нисканену, который завоевал золото. Третьим стал норвежец Йоханнес Клебе с отставанием 37,5 секунд. Остальные из россиян – Алексей Червоткин занял 5-е место, Илья Семяков на 9-й позиции и Иван Якимушкин занял 13-е место. На этом все. Вы были на канале «Стихии спорта». Не забудьте подписаться на канал и прожать колокольчик. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!